Всем привет, дорогие друзья, вот видео канал Сайз ГТИ. У этого Алёши что-то не так. Короче, игра от первого лица, мы играем от первого лица, мы играем в папку. Какую? Управление. Да в смысле? У тебя что такое? У меня управляется все с помощью мышки. И ходьба, и вообще. Ну нажми на Ctrl. Чтобы у тебя мышка такая, у тебя курсор, да? Ну да. Ну нажми на Ctrl, у тебя он пропадет, дурачок. Да не пропадал. Ctrl, самый, который справа, который слева, точнее. А, я знаю, я нажимаю, нихуя не понимаешь? Давай нажми, давай. Не знаю, играть так. Погнали, спрыгивай. Я вообще изи играю, у меня мышка, клавиатура. Знаешь, как в настоящем пабге? Я плюнул случайно микрофон. Я просто хотел посмеяться, случайно плюнул. Сейчас, короче, после катки настроим, а пока что играем. Обычно у Алёши все что-то не так. Почему-то сразу у меня все хорошо было, а у тебя что-то опять что-то не так. Потому что папа такой давно. Нормально. Как мне ходить? Давай я. У меня же две клавиатуры, точнее. А, стоп, у меня же две мышки, это уже. Я уже лутаюсь, у меня уже есть пистолет. Нет, все-таки от третьего лица лучше, мне кажется. Я не могу зайти в дом, потому что я ебаный продаю. Я уже лутаюсь, я уже сейчас стреляться буду. Я не могу в ебаный дом. Ой, я калаш нашел. А, это не калаш. Я в дом зашел. Это типа. А, это дробовик, что? А, меня украли. Последи за мной. Иди. В смысле? А тут все тоже на эмуляторе играют, не на телефоне, тут все тоже на эмуляторе. Трехкратный прицел, ебать. Я курю тики трики. Ты у меня трехкратный прицел, Алёш. Поздравляю, как стрелять? На правую кнопку выше. На левую. Как ты в шутер стреляешь, так же в папке. А как ты его убил? Такой ютимейт, я такой сейчас, знаешь, такой ютимейт слил долбоеба. Как так? Ты даже с хреновым управлением сливаешь каким-то образом. Слушай, ты где? Я тебя подвезу сейчас. Мы сейчас топ-1 займем, отвечаю. Да? Мы сейчас топ-1 займем, да? Конечно. О, скоро, да. Я слил. Серьезно? Вообще изи с первого лица играть. Я прям просто, он мне так... Прикинь, он по мини-тыке не сделал ни одной. Видишь, какой у меня хп? Это я с таким хп убил. Томпсон! В смысле? А как Томпсон взять? Я хочу Томпсон взять. А вот у меня Томпсон, да? Это Томпсон? Это не Томпсон, это какая-то залупа. У меня шлем. Не, ну кто вообще от первого лица топ играет? Ну я как обычно, я в тот раз помню, 10 киллов сделал, потому что на эмуляторе... Да, подожди меня. Я хочу Томпсон взять. Ой, Томпсон взял. Ну, бля, подожди меня. Я... Блядь, Томпсон ну, сам стреляет, дурачок. Что так меня бежишь? Я сейчас не бегаю вообще. Стой, да он сам стреляет, дурак. Я сейчас тебя найду, я сейчас за тобой приеду. Нет, ты понимаешь. Ой, там тут палит, тихо, там, сука, палит моя цель. А, ну лазерный прицел. Сейчас, короче, я сольюсь с пацанами, просто я. Не, на эмуляторе вообще изи играть. Как я вообще, я уже на 20.
пацан меня стрелял, я теперь его потерял. У меня прицела никакого нет. Я уже прикрыл. У меня трехкратный, и у меня две пушки какие-то. Когда надо, ты получил. Все мои киллеры молоды, молоды, все отбитые, голоды. Сейчас. Вот, я взял гранату. О, дробашек. Берем дробашек. Трехкратка. У меня халявная трехкратка для тебя. Привет. Здравствуй. Бежали. Кто, 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 кто? Дома, дома. Какого нахуй? Стой, вон, 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 вон. Да вон там. Вон он, вон он. Слил. Ну, конечно, ты... Еще один, еще один. Тихо. Тихо, тихо. Слил. Вообще изи. Как мне хер делать? Изи. Минус 3 дал. Только у неё не было ничего нормального даже. Так я взял только что опыт, этого пацана. Может дробовик взять? Он опять сам стреляет у меня. Что-то вообще изи. А с первого лица вообще изи играть. Это фризы, у меня иногда фризы в PUBG бывают. Я имел в виду фризы, они у тебя тоже будут, потому что на эмуляторе они всегда есть. Ну, фризы в том смысле, что FPS не падает. Мы в красной зоне выбегаем нахуй сюда. Я имел в виду фризы вот на секунду, два раза, короче, пролагнет на секунду, и потом пройдет прям сразу же. Ну, я просто как-то не видел. У тебя, наверное, скоро будет. Нет. Что-то изи, что-то изи вообще. Не, понимаешь, я не могу, не работаю. А что они такие изи? Почему никто меня... Почему вот я что-то всех убиваю, а меня что-то никто не убивает? Ну, я не имел в виду, почему я именно всем ног сношу, а мне особо ничего не сносит. Почему? Так. Нет, я имел в виду... Ну ладно, забей. Ищи машинку. Ты где, мальчик? Так обычно бежишь. Вот, я же говорил. Я же говорил... Нет, они... Я и говорю, это на всех эмуляторах всегда. Что это эмулятор. Сейчас найдем машину, будем срать. Где машинка? Да, пацан, тихо, 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 тихо. Изи. Это мой килл. Ой, бля, какой изи, чего такой дурачок-то, а? Можешь взять у него Томпсона, если хочешь, только у него, у меня... Не, вместо, пожалуй, лучше вместо, блин, вместо М-ки лучше возьму дробаш. Как дробаш взять? Вот. Отлично. Там палит, ну уходи, дурачок, уходи. Да выходи, минус. Не надо, не выходи, мои все киллы. Я сейчас солю на изи. Где он? Вон ползет. Все, уже у тебя сколько? У меня уже, прикинь, у меня уже 5 киллов. Два у меня. Что-то изи. Где он? Вот его коробка. У него, короче, у него калаш был, я калаш беру себе. Нихер, изи. Во, пацан. Минус 6 киллов. Вообще, знаешь, как изи играть? Если управление настроить, вообще изи. Тупо всех сливаешь. Какой-то нубас. Либо тупо все нубы здесь, либо я не знаю. Блин, я хочу в КС. А мне папка нравится. Я в КС. Минус 6 уже дал.
Мне кажется, если сейчас постараться, можно и топ-1 заняться. Если мальчик под именем Данил будет хорошо играть. Что говоришь? Если мальчик под именем Данил будет хорошо играть. В смысле, я буду хорошо играть? Я не говорю, что ты плохо играешь, говорю, если ты будешь хорошо играть. Просто у тебя же супер-рейминг какая-то хуйня. У меня... Тут раз помнишь, я почти тебя затащил, когда мы один на один. Ну ты выиграл, потому что я лох ебаный. В смысле, когда? Ну помнишь, когда мы первый раз пошли, ты... У тебя было два аккаунта. Когда мы... Ну мы только начали с тобой играть. Сначала мы снимали Dota, а потом мы пошли с тобой в CS. Ты мне дал аккаунт, я... В этом аккаунте играл в CS. А, мне что-то не припоминаю, честно говоря. Один на один мы играли, и было 15-16. Ха-ха, лол. Или до 10 тысяч там... Ну, короче, у меня на один был. Там что-то горит. Мне это не нравится. А это там что-то горит плохо, или это аирдроп? Это аирдроп. Погнали, пошли на него. Еб, нам жопа. Пошли на него спрячемся. У меня тоже фризы. Чё, прятаться будем или сдохнем? Ну, сдохнем, наверное. А если нас разочек подорвёт, то мы сдохнем? Да, мы сдохнем. Да, дурак, что ли? Пошли в здание. Я зайти, я не могу. Дурак, чё умрёшь? Тебя вообще посрать. Сейчас тебя удорвёт, ты сдохнешь. Да, блядь, где этот у меня коробка ебаная? Ты дурак какой пошёл? Не знаю, как прыгать. Пробел. Да у меня не могу правильно. Вон аирдроп, мой аирдроп. Бля! Еб. Стой, это третий левел, что ли, получается у меня броня сейчас? У меня третий левел этой всей брони. У меня это... О, там сзади пацан. Где? Сзади тебя прям. Блядь. Вот сейчас меня уже сливает, а не я. Минус. Бля, я вот не могу на цели попасть. Это изи. Блядь, блядь. Вон, сзади. Минус. 8 киллов. Чё ты, ты стреляй, ты, может быть, играть будешь? Дай мне что-нибудь, дай мне одеться. У меня... А как посмотреть, какая у тебя броня? Вот. Там снизу, где оружие? Где у тебя там артиллерия? Здесь шлем, здесь... Я знаю, как посмотреть, какого он уровня. Ну там две полоски или три? У меня 250 и 230, это третьего уровня. Там полоски на них. Если две полоски, то второе. Если три полоски, то нельзя посмотреть полоски. Если у тебя на шлеме 145, то у тебя второе. У меня 230 на шлеме. Значит, третий. Найс. Погнали. Только играй. То у меня... Нет. Да чё у меня 8 киллов? 8 киллов, не хочешь? Вот, видишь, мы не сдохли, совсем. Да чё, у меня 8 киллов. Ты чё хочешь? У меня 2. Бля, он сам стреляет, дурачок. Ты меня отстрелил? Нет, зачем? Не знаю. Телевизор там, я слышу.